Друзья, еще раз привет. Приехала с магазина. Время час. Скинула сразу вам, выехала. Как обещала, съездила. Сняла вам маленький ролик. Там, где приют детский. Дом престарелых от храма. Вот. Сняла там наш дачный массив. Дальше там поселок Оянкус. И там напротив детского приюта поля. Там летом, когда по осени, когда уборка там, то ли пшеницу там сеют, не знаю. Сейчас там пахота. Пахота. Поле распахано. Короче, съездила. А, туда один ролик скинула. Ну, если у нас колхоз же. Колхоз и интернет. Колхоз с интернетом не дружит. Или интернет с колхозом не дружит. Тот маленький ролик скинула и проехала там до одного озерца со центром. Здесь почему говорили Приютские озера, Первомайские озера. Если на карту посмотрите, здесь много их. Вот большое озеро, это вот где основное, куда раньше люди купаться ездили. Ну, сейчас тоже купаются. Вот. Потом там дальше второе озеро есть, там где эти лотосы цветут. Вообще надо было, я там ни разу не была. Друзья там все ездили, фотосессии, там она умнал. Надо будет летом съездить, посмотреть, заснять вам там все. Вот. Там тоже короткий ролик скинула. Просто озеро, чтобы посмотреть. Там чайки летают, утки плавают. Потом поехала там, в этом строительном посмотрела. Там огнетушитель, машины нету. Машине, для машины. Короче, поехала у нас там магазин Тулпар. Ну, эти в машинах же такие огнетушители. Такие были. Он у меня просроченный. Пошла, там таких нету. Есть какой-то он такой, как колобок, круглый. Ну и будет он мне кататься по машине. Тот у меня в багажнике лежит. Оно же так, чтобы в доступном месте, вот под сиденьем. Мне брат говорит, надо вот так между сиденьями моим, пассажирским, чтобы лежало. А посмотрел тот-то, который первый брала, ну как обычно советские, они вот такие, а вот такие где-то. И вот такие, как термос, как термосок. Он тоже катается. А это вообще какие-то круглые. Вот такой. И взяла, короче, вот такой огнетушитель. По 1200. Срок. В сентябре, 12 сентября прошлого года зафигачили его. И по 9 ноября 27 года. Он как раз вот с этой хренью. Чик. Это, видимо, куда-то и скрепить. Ой. А так в машине, если положить, она, видите? О, Симон на посту сидит. Она вот лежит, не будет трепыхаться. Что думаете, она рядом сидит? Сейчас покажу, что она сидит. Что думаете, она просто так на фотосессию пришла, что ли? 1200 в Тулпаре. Вот что сидит. Блин, ту колбасу брала, я уже ее съела, что ли? Съела. Две. Это какая-то новинка. Шиковская, сервелат. Натуральное копчение. Ой, аж слюни потекли. Здесь, короче, свинины нет, ребята. Мясо говядина, мясо птицы. Что ты будешь делать? Она сидит, лапки протягивает. Колбаса. До чего, до чужого добра? Загребущие лапки. Короче, купила сервелат этот. Килограмм по 1800. Две штуки обошлось. 2059. Ты посмотри, что делает, а. Лапка сидит. И с умным видом, как будто она просто так пришла.
Видите, на готове сидит. Красота моя. Где бы кто бы дал кусок колбасы? Да, Симона? Иди в баню. Короче, колбасу взяла. Одна получилась палка на 1000 тенге 30 инов. По 1000 тенге получилось. Потом взяла опять вот такую яшкинские пряники. 410. А в смол, зашла в смол или в магнум. Он то ли 750, то ли 950. Прикиньте. Симона, блин, запарила. И купила в туалет вот такую хрень. Старая, она такая, знаете, я брала ее. Она вот эта крышечка там ажурная такая, ну, не буду же, конечно, показывать. Она там ажурная, серая, и она пыль собирает. У меня туалет там синий кафель. И он пыль собирает, там не протрешь его, он какой-то, ну, короче, квадратный вот такой, здоровенный такой. Он даже не квадратный, он прямоугольный. И, короче, никакой. А это взяла тот же, те же жжёшки, а это я не знаю, что значит отсталый человек. Знаете, он гелевые. Я первый раз вижу такое. Наверное, давно такое вышло. Гелевые. А тот ёршик, на всякий случай, в уличный туалет поставлю. Как в лучших домах будет. Все, что я купила. А, вот, бейсболку купила. Джинсовая, знаете, такая серая, потертая. Мягкая, блин. Голова такая. Я не знаю, мужская, женская, там все перемешку. Взяла такую джинсу, 3000 стоит. Где она? Ой, было бы что искать. Вот. 3000. Ты ж прифигачили. Вот. А то я носил, я вообще люблю бейсболки. Потому что лето в трико, футболку одеваешь и поехал. Для линии хорошо, так голова, так взрыв на фабрике раз одел. А то вот такая у меня черная есть. Но она, видите, голова потеет, лоб потеет же, когда в жару. Ее стираешь, стираешь, она краска, видимо, материал крашеный. И этот, и стирается вон, видите, потертости. Когда нужно, что-то раз очки на козырю закинул. Очки же влажные. Ну, у меня бейсболок много. Ну, там такие, знаете, есть одна там супер-супер, там такая вышивка, там какая-то хрень написана. Ну, не солидно. Я решила взять такую серую бейсболочку. Серая варенка. Весна только, вот считайте, сегодня какой? 9 апреля. Я, смотрите, как загорела уже. Как будто откуда-то приехала. Ну все, ребята, все, что я потратила. Колбасу сказала на 2000, пряники 410. А, вот это стоит, забыла же, сколько стоит. 2240, не видно? А так тоже не видно. 2240. Что ты будешь делать? Лапки свои. Вот. Все мои покупки. Так что пока. Те видео загружаются, ребят. Мадам Брошкина. Все, всем пока.